сухо, камня не видно. Вот. И тем не менее, вот видите, перелифт. Прожилочками. Тоже что-то интересное. А была бы влага здесь, сразу бы ясно было бы. Так. Сейчас пройдемся тут рядышком. Вроде кажется маленький. Нет, маленький. То бывает, кончик торчит, начинаешь копать, а там такая буханка вылетит. Да, сухо. Сухо выбирайте время, когда дождик пройдет. Да и под самим дождиком можно. Сколько раз я попадал. Интересно. Какой он. Зелена, но он такой не очень симпатичный. Вот такой вот и то симпатюля. Смотрите, вау, какой цвет. Ну, это бледноватый. Здесь вот вымыло его дождем. Мелочевка, ну-ка пройду дальше. Интересно. Хорош, мелковат только. Вау. Да, вот здесь интересное место. Вон, видите, высыпки.
сверху какая халцедоновая корочка, а здесь вон разноцветие. О, красный какой. Да, она пока самый лучший образец. Гром, да хоть бы дождик прошел. Ничего нет, что ли? Хреново. Месторождение перелифта недалеко. Странно. Там что-то виднеется. Ой. Ну, распилить надо. То есть месторождение перелифта недалеко. Значит, что-то еще есть. Так. А там что, камень здоровый или корень? Ошибочка вышла. Ладно, прогуляемся еще где-нибудь тут рядышком. Сушь стоит. Грибов, конечно, никаких. Все лето. Урали непонятное. Там вроде поваленное дерево. Сходим, посмотрим. Просто что ли его свалило? Выворотня-то нет. Неприятная местность. Фух. Да, просто повалило. Просто-просто, запросто, непросто. Ой. Уже ноги не поднимается. Ну, тут маловато. Что ты?
ребята, это перелифт. Это перелифт. Тут вот вообще интересное место, видите? Ну какой халцедончик. Пе-пе-пе-пе-пе. Килограмм 7-8, наверное. Кварц какой-то, не факт, конечно, что перелив, но... Потому что все равно я не на месторождении перелифта дальше. Да. Не то. Не то, ребята. Кто-то кварцевую жилу мучил. Ну, это слабенький перелифт. Слабенький такой. Слабенький. Кварчик. Здесь, похоже, кварцевая жила. Вот ее. Сейчас погуляю вокруг, все равно что-нибудь найду. Ну, это слабенький перелифт. Слабенький такой. Слабенький.
коварчик. Здесь, похоже, кварцевая жила. Вот ее. Сейчас погуляю вокруг, все равно что-нибудь найду. Ну, в общем-то, да, тут кварцевую жилу мучили несколько лет назад с минерализацией. Вот видите, каверны такие с маленькими кристалликами. Да ёлки. Уже сил нет. Вот. Вот кварц минерализация. Может быть, и взяли что-нибудь поглубже. Ну, это зеленоватый. Зеленоватый. Да, это жильный кварц, переливтовая жила, тоже зеленоватый, видите? Да. Зеленоватый перелифт. Нам такое не надо. Не надо. Ну, это тоже, похоже, такой же. Ну, булдыган здоровый, конечно. Если его выкопать. Ну, пройдемся вот по этой луже. Единственная, наверное, на Урале лужа. Ух ты. Звери ходят, смотрите-ка. От копыта вон. След. Кобяка. Ну, хрена себе. Пигматит, что ли? Нет. Кварц.
Я что ли ездил? Перелифт. Похоже как. Так, ладно, я пока камеру выключу, а то неудобно так дубасить. Ну, такой перелив серенький какой-то, вернее, не серый, какой. Это вот какой, видите. Может, где-то и есть рисунок, но кайлом копать. Это я не знаю, сколько. Может, 30 килограмм будет, так я что, куда с ним? Ладно, пусть лежит.